Футбол – это всего лишь 2 по 45. Евровыезд – это тысячи километров за командой и сотни часов в компании верных друзей. Это, если говорят фанатизм, это все детский сад, наоборот, детский сад неинтересно, а сейчас наоборот самый прикол. Это адреналин, это урожай, это эмоции. Я думаю, что тут вопрос человека, если это сидит у него в душе, в сердце, в голове, то он это никогда не бросит. Ну, вот как-то так. Сейчас, я перезвоню тебе, я тут футболистов снимаю, окей? Мы не знали, что будет дальше, но точно знали, что скучно не будет. Двенадцатое октября, суббота, 16:00, стадион Днепр-Арена. Футбольный клуб Днепр приглашает всех своих болельщиков на празднование в честь 25- и 30-летнего юбилея завоевания чемпионского золота в чемпионатах СССР по футболу 1983 и 1988 года. 12 октября на поле вновь выйдут легендарные футболисты золотого Днепра 80-х и сборная команда СССР. 12 октября. Днепр чемпион. Отпразднуем золотые даты нашей команды вместе. 12 октября. Днепр-арена. 16:00. Вход свободный.